Сегодня технологии коснулись практически всех сфер и отраслей. Это не только прорывные достижения в медицине или автомобилестроении, а также новейшие технические разработки. Прогресс не прошел мимо даже современных ванных комнат. Современные душевые кабины вмещают в себя целый спа-комплекс. В эфире новая серия рубрики «Технологии». Современные аппараты даже внешне больше напоминают космические корабли. Десятки квадратных метров спа-комплексов упакованы в одну душевую кабину или ванную. Но дело не только в площади. В Красноярске появились такие устройства, которые теперь не просто выполняют функцию подачи воды. В современных душевых кабинах есть озонаторы, парогенераторы, подсветка, телефон и радио. Одними из первых такие аппараты привезли в «Водолей». Гидромассажем уже не удивить. Производители душевых кабин разнообразили опции. Например, устанавливают парогенератор. Это дает эффект настоящей сауны или турецкой бани. Кроме того, возможна и ароматизация пара в душевой кабине, ароматерапия. На задней стенке есть специальная емкость, в которую добавляется ароматическая масса или бальзам для ингаляции. Проходя через нее, пар наполняется полезными веществами. Пар идет вот отсюда. Вы включаете функцию, выставляете температуру. Получается у нас... баня эффект, но правда 60 градусов. Вытяжной вентилятор, потому что пара много, особенно когда принимаете баню. Вентилятор работает, вытягивает весь этот пар. При превышении допустимого значения температуры нагрев отключается. Некоторые модели также не позволяют включить парогенератор без достаточного количества воды в нем. Это помогает избежать поломок. Вторая технологичная функция современных душевых кабин – зонирование. Оно раньше больше использовалось в медицине, теперь же вошло практически во все сферы жизни человека. Озонирование – это современная технология очистки, основанная на использовании газа озона, сильного окислителя. Основные преимущества – уничтожение всех известных микроорганизмов, а именно вирусов, бактерий, грибков, стерилизация поверхности, удаление неприятных запахов и быстрое действие в течение секунд. В приоритете при разработке современных аппаратов – комфорт и многофункциональность. Несложно подвести к конструкции телефонный провод. Наличие встроенного микрофона и динамиков позволяет принимать звонки прямо в душевой кабине. Кроме того, технологичные душевые кабины оборудованы радио и CD-проигрывателями. Звук воспроизводится через встроенные колонки. Управление всеми функциями происходит с помощью электронного дисплея. Ну и, конечно, модернизировалась система гидромассажа. Воздействие на зону шеи, спины, ступней, тропический душ и так далее и тому подобное. При врезке форсунок учитываются анатомические особенности человека. Струи воды должны попадать в нужные точки, воздействие на них дает оздоровительный эффект. Все это достижение многочисленных исследований и испытаний, уже абсолютно доступные функции, использующиеся как в душевых, так и в ванных. Встроенный телевизор, который не боится влаги. Встроенный DVD-проигрыватель, который также защищен от попадания на него воды. И все это можно совмещать с принятием ванны. Телевизор в специальном корпусе, защищающем его от влаги и температурных колебаний, не образуется конденсат. Добавлены в современные ванны и мини-холодильники. Эскизы такой сантехники создают знаменитые дизайнеры. Одной из новейших функций в современных ваннах стала и функция аэромассажа. По сути, это аналог природных источников – термальных вод. Аэромассаж – подача в воду теплого воздуха с помощью нескольких специальных форсунок, расположенных на дне ванны. Миллионы мельчайших пузырьков поднимаются на поверхность, образуя сильную пену, массируя всю поверхность тела и приятно расслабляя организм. Кроме этого, в такой ванной можно включить подсветку и автоматический подогрев. Аппарат будет постоянно держать заданную температуру. И это только начало. Разработки современной техники для дома идут быстрыми темпами. Однако, чем более напичкан аппарат новинками, тем, как известно, и выше его цена. Стоимость некоторых душевых кабин и ванн доходит до сотен тысяч рублей. Однако за удовольствие, как известно, нужно платить. Елена Максимова, Станислав Волков и Сергей Кашин. Афонтово. Новости.